сообщает, что Тувак установил биотоксичную фабрику. Генерал, мы требуем немедленного размещения группы командос, ведомой нашим агентом, Черная Лордесса. Когда команда найдет фабрику, огненный шторм наших самолетов разгорает угрозу Джилли. Это не верни, цель принята. Генерал, у GLA есть токсичный завод на территории Китая. Это здание должно быть уничтожено, пока оно не начало свою работу. Если завод токсинов будет уничтожен некорректно, токсины попадут в реку, убивая тысячи. Мы должны использовать огненный удар, чтобы сжечь любую токсичную угрозу. Что ж, а я приветствую вас, ребят. Меня зовут Андрей, и добро пожаловать. Охраняют воздушное пространство вокруг этого места. Вам нужно направить войска спецназначения, чтобы отключить эти установки и очистить путь для наших самолетов. Добро пожаловать в игру Command & Conquer Generals. Наконец-таки этот черная лордесса, как это называют, она договорила. А, да не гони! Только пехотой? Мне не дают возможности строить. И зачем мне вот это вот? Вот так вот тогда. Не гони! Серьезно, мне не дадут, извините меня, никаких танков, ничего? Вы стебетесь, что ли? Да ничего. Парень, забегай туда, будете охранять. Так, черная лордесса. Так называемая. Потопай-ка ты вот сюда, аккуратно, не попадай. Кстати, я понял, как можно быстро их уничтожать. Они стоят все возле этих бочек. Да, и можно по ним просто пару раз шотнуть, и все. И эти бочки баба. Но, что очень противно, это эти вот химические трактора, которые, блин, мешаться будут. Так, у нас есть возможность аккуратно пройти вот эти вот места. Готово. Все чисто? Быстрее. Нет, вот начну тут проходить, на меня спалят. А, вот эту постройку надо бы захватить, не буду отрицать. Сейчас. Мне кажется, в реальном мире бы хватило бы и одной мины, чтобы взорвать человека. А тут целых три мины ему походил. Такие петарды, что ли, там сидят или что? Сидят, заложены. Неправильно выразился. Все. Пять товарищей, начинайте серфить. А мы пока начнем вставать нашу великолепную армию против этих утырков. Да уж. Захват здания будет доступен? И захват здания не работает! Серьезно? То бишь... Дай мне работать. Я понял. То бишь только черным лотосом можно будет захватывать эти постройки. Сволочи. Думаю, пока так такой орды хватит. Так, нет, ребят, контрлэфнитесь. Уже в пути, сэр. Уже в пути, сэр. Пути, пути.
Мы их еще не видим, они по нам уже шьют. Если есть. Мне показалось ли, или он сказал, вы дьяволы? Хорошо, ставим на защиту сюда. Мне еще и помощь сбросили. Вот главное, сбрасывать помощь они не боятся, а истребителей побольше послать, так они боятся. Ну, такая немного странная логика, если честно. И тем более, имея такие технологии, все это проще, можно было бы уже давным-давно научиться пользоваться этими ловушками. Не, видимо, это не для нас. Отлично. Зданьеца наша. Хотите, я по вам гаечным ключом пройдусь? Оп. Зачем этот гаечный ключ вообще нужен? Его предлагают, если... Но он бесполезен. Там еще и мост надо будет пересекать. Да ну не гони, ракетные баги. Сзади террористы еще прессуют. И пехота. Вот сейчас одни вот выстанут в эти бочки сами, блин. Нет, смотри-ка, выдержали. Еще небольшое подкрепление. Не откажусь. Че, еще подкрепленница? Я только за. Мы красно-кафтанники. О, кстати, плюшка, которая мне нафиг не нужна. В общем, пагнем. Все собирайтесь здесь, потому что там нас ждет одна очень противная хреновина. Пара-па-па-пара-па-пам. В общем, ребят, прессуйте этого идиота. Генерал, у GLA есть токсичные тракторы в этой зоне. Они вооружены биологическим оружием. Черная лордесса может отключать эту технику, а танки разрушать ее. Генерал, GLA захватили один из наших военных заводов. Используйте черную лордессу, чтобы захватить над ним контроль. Так вот оно что! А я и забыл, если честно. И вот сам главное, так и стоишь такой и все. А еще ему пофигу? Ну ладно, потерял двоих. Так, черная лордесса, хердесса и не знаю как там тебя. Да, раненый ты будешь тут охранять лордессу. И чё ты встала-то там? Я тебе сказал, сюда иди. Встала такая... А вы куда вообще побежали? Вообще, смотрю, наркоманы, да? Взяли, куда-то побежали. Горящая баррикада. Так, все раненые. Кто еще ранен? Ты раненый. Вы у нас идете сюда. Есть еще раненые? Все нормально. А, ты еще раненый. Топай туда. Так, ну и ты раненый, топай теперь туда.
Главное, вот стоит на месте и стоит. Пока по нему пару раз не шотнут, он будет стоять на месте и все. Хоть убей. Нужен прорыв? Так, Лотос, топай сюда. А вы, товарищи, через Ctrl-F, топайте сюда. Пару выстрелов сделал, и все. Так, Лотос. Стой тут и захватывай наш военный заводик. А чё вы сидите-то? Чё вы сели-то? Я не... Чё вы встали, точнее? Я не понял. Тоже цистерна с химикатами. Ну, заметно. Что она не, что она не простая. О, мать его, да. А нахера вам не хакера-то тут дали? Машина, машина! Будем постройки периодически захватывать. Ничего не хочу сказать, но парень, ты понимаешь, что ты то, что ты застрял? Как ты спустился? Как ты это сделал? Как ты спустился оттуда? Да ну не гони, как ты это сделал? Вам типа все равно, да, вот вам? Пока не прикажешь, они не пойдут? Что? Танк нахер его послал. Добейте вот эту хрень. Вот эту хрень добейте. Сейчас она вайпнется за секунды. Отлично. Да не гони, ты его видишь на таком расстоянии? И поехали, не парьтесь. А, естественно, только Ctrl-F ним. Просто в эту машину встали и все, уперлись. Так, Лотус. Перезахватывай. Молодец, молодец, настрелялся уже, настрелялся. Это вообще норм, да? Вообще собираетесь их атаковать? Зачем вы вообще там находитесь в этом здании, если вы их не атакуете?
Отлично. Этот СССР надо тоже уничтожить? Ломайте ее. Я не хочу видеть зеленые на... Ты едешь, и тебе насрать на то, что по тебе стреляет этот техник? Я, конечно, знаю, ты получаешь вообще копейки урона, но все же ты получаешь какой-то урон. Вот не чтобы какой-нибудь нормальный танк отспавнит, боты спавнит, извините меня, эти. Не давайте этому дырку проехать. Вот он там сейчас сама. Он просто через яд идет! Ему насрать! Так, вот этот противный. Конечно, да, я знаю, что выгоднее захватить-то продать, но не мой это метод. Куда пошел радостный? У меня такое подозрение, что вот тут вот что-то все-таки есть. Не, нету. Вот этот будет проблемный. У меня нету танков драконов. А если там РПГшники сидят, то будет очень плохо. Хотя они до нас не достают. Нет, там сидело два пехотинца просто и все. А почему не я не уничтожил? А, я понял. Если типа правильно ее не уничтожить, то будут проблемки. Да начните вы по этому идиоту стрелять, чего вы вообще долбите какую-то хрень? Наверное, вышли все оттуда нахрен. Не гони, достанет что ли? Ой, как повезло нашему танку. И этот едет просто на пролом. Встал такой там и все, и стоит. Ты вообще откуда родился? Огонь!
Здорово. И там сейчас наши подохнут. Молодцы, командование. И типа, к воде вообще вот, вообще воду не затрагивает. Вообще не там миллионы не погибнут. Вы ничего не сделали, кроме, ну, все то же самое получилось. То же самое. Что если бы я бы уничтожил эту постройку, что если бы они просто жахнули по ним ракетами. О, да, специальный, да. Специальный тактический удар, да. Что ж, на самом деле был Андрей, это был игрок команды Quake Generals. Всем удачи, всем пока, до новых встреч.